сняли лодку, потому что на нашей лодке тоже можно, но нужно знать места. А так как мест мы не знаем, то выбора у нас большого нету. Мы сняли лодку, мы сейчас на нее идем, у нас есть свой дайв-инструктор и своя команда, которая нас будет катать. Да. Да, все, погнали. Вот, кстати, непонятная вот эта лодка, которую я выкладывал в Инстаграме. С этой стороны стоят винтаж. Мечта. Непонятно. Ну, лодка прикольная такая. С деревянным блоки, весь такелаж деревянный. Класс. Good morning! We are ready to go! Это наша лодочка. Дина, добро пожаловать на борт. Баллоны. А do you have this one? Yes, yes. Yeah? Okay. Yeah, I want to look. Такая прикольная, как старинный дом. Да. Это же рыбацкая лодочка. Вообще симпатично. Угу. Здесь находится кухня, ванна, туалет. Идем дальше, смотрим. А здесь 4 каюты, прикольно. Симпатично. Да. Там просто закрыта полностью эта форточка. Ну, если бы там не все сделано. Оно видно, что старенькое, но ухоженное. Все прокрашенное, да. Пролаченное. How many foot it is? 45? So light. Like some freshly cased. 20 лет назад или 20 дней назад. Угу. А сколько ей вообще? How old is this boat, do you know? Узнаем позже. Ага. На флайбридже, конечно, прикольно. А? Да. Частная экскурсия получилась. Да, за деньги такое не купишь. Дина! Мечтает. Лодка действительно очень ухоженная, такая старенькая, но вообще вся такая окрашенная, беленьким, все вот такое в порядок. Да. И компас, как у нас. Да. Ну что, ты тут теперь капитан? Рулить будешь? Нет, я теперь дайвер. Все, no more капитан. Иногда нужно отдыхать от этой рутины. Да, Дина? Сейчас это тот редкий случай, когда можно ничего не делать, просто сесть и наблюдать, как делают это другие люди. Такая халява выпадает очень редко. Наслаждаемся. Вот как раз выезжает еще группа дайверов. Задние швартовые отданы. Юху! Oh my god, it is a raw ocean! Open ocean! Ah!
Мы на подходе. So just collect all the stuff. Yes. We need a pin. In the bin. Yeah, just for this one. Yes, 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 we have it. Oh, okay, nice. Ah, yeah, I see. Inshallah, we will make a fantastic dive. Inshallah. Inshallah, yeah. Wow. And how deep is here? Here it starts from 0 until 500 meter depth. Okay. 500 meters. Это Хамада, это наш инструктор по дайвингу. I just explained that you are dive instructor. Yes, sir, welcome. Okay. So we are now on the last point in the Hurghada. So the other side Hurghada, here it's open sea. You can, as you can see here. Is it well protected from a wave on wind? Yes. Okay. So let's do all our stuff. All our stuff. And go diving. Сейчас команда прыгает и с тросом плывет, вот он плавает мурин. За этот мурин мы привяжемся. Как по мне, такое стрёмное занятие, ну такое. Я думаю, они лучше знают, что они делают. Где-то вот так вот мы уже стоим на Муринке. Дальше мы готовим, продолжаем готовить наше оборудование и вперед смотреть на красоту водного мира Красного моря в Хургаде. Диночка, ну что, ты готова? Марлес. Вот наш риф. Туда мы будем сейчас нырять. Мы стоим, кстати, вдоль рифа. Сейчас у нас ветер. На течение нас отваливает. Ну, неважно. Короче, оборудка готова. Мы готовы. Вперед. We'll be right back.
Диночка, как тебе твой дайвинг сегодняшний? Очень круто. Сережа показывал, что мы на 29 метров опускались. Нифига себе. Как для первого дня. Очень круто. Ну, много рыб, много кораллов, все красивые. В Красном море нырялка хорошая? Супер, очень понравилось. Особенно понравилось то, что ты плывешь вдоль рифа, поворачиваешь голову, там можешь вверх, можешь выше, можешь ниже, везде круто. Типа он вертикальный. От себя могу добавить, давай, Сережа. Не, так и все, ты нормально все рассказала, потому что реально в Красном море очень крутая нырялка, красивые рыбы. Ну, вы уже, наверное, это все увидели на нашем видео. Да. Не, мне вертикальный риф очень понравился. Вертикальный риф очень крутой. Тема. Такой 3D, как по телевизору смотришь такое, да? Как в рекламе этих телевизоров. Ну да, этих полукруглых таких. Короче, нам очень понравилось. И еще прикольно, что мы ныряли без толпы, мы ныряли просто вдвоем, потому что это, ну, так это... Ну, с инструктором, да. Но получилось, что больше не было никого и не было толпы, которая рыбкой все метнулись посмотреть на Мурену. Да, я думаю, что наш инструктор просто знает места. Да, поэтому контакты в конце видео я дам, если нужно. Вот. А... Самый красивый инструктор на деревне. А мы будем сейчас дальше двигаться в сторону Марины, потому что наша сегодняшняя движуха уже закончилась. Мы уже устали, наверное, уже и хватит на сегодня. А может, мы еще куда-то выйдем, если мы еще выйдем, будет еще видео, но посмотрим. Может ночную? Что ночную? Дайвинг. Next time. Next time. Короче, команда, thank you very much for coming. Welcome. Dina said that you are the most handsome instructor in all Hurghada. Thank you, Dina. Хабиби, как дела? Хабиби. А сейчас мы поснимаем то, как мы будем заходить в Марину. Да. Ты будешь рулить или швартовать? Мы ничего не будем делать. Это тот редкий случай, когда получается ничего не делать на лодке. Оу-е. Укачивает, да? Боишься морской болезни? В Марине, да. First one. А, окей, я see. Вот этот, первый и второй. Посередине. Пошли вниз собираться. Итак, спереди все готово. Сейчас второй швартовый с муринга идет на носовую утку. А мы собираемся.